Всем привет, мои дорогие мальчики и девочки. Мы собираемся. Вот у меня чемодан. Здесь Дэвида вещи и мои вещи. У Джона свой чемодан. Прямо на вешалках беру свои там платья. Ну, как блузки. Я просто приду сразу. Оп. Открою, короче. Вот он у меня тут закрывается. Где он? Пакет этот. Очень удобно. И Джон свои рубашки также взял. Потому что, представляете, вот это все в чемодан разложить. Это ж кошмар ужасный. Вот, на улице у нас, ребят, продолжает идти дождь. Джон тоже говорит, хотел мне показать красоту. Ну, потому что мы на пароме поедем. На самом деле не очень холодно, но вот как-то так мокро. Okay. Ну, в общем, вот, собираемся, ребят, собираемся. Дэвид еще пока спит. Сколько у меня еды получилось, не знаю, что-то я погорячилась или нет, но они у меня все время голодные. Вот у меня и фрукты, и ягоды, и снеки всякие, вот ланчи, бананчики взяла, вот у меня еще инжир, так, принглсы всякие, в общем, не знаю. Что-то смотрю так, и кажется, что много. Вот воду берем такую. Еще у нас обычная вода в машине, Джон говорит, он оставит. Вот такой кулер он берет там молоко. Дэвид проснулся, я его уже одела. Мне нужно идти переодеваться, ребят. Я накрасилась, но мне нужно переодеться. Я просто тут бегаю, как сумасшедшая. Это Джонова. И Джонов чемоданчик, а это наш с Дэвидом. И еще у меня вот здесь, но я вам уже показывала. Так, ладно, пошла я. Джон у меня моется. Он уже практически закончил. Хочу показать вам, сколько у нас с собой. Здесь мои платья, здесь всякие там, ну, какая-то еда, там тоже еда. В общем, вот так все забито. И внутри еще там Дэвида вещи. Сейчас покажу. Дядя у нас там мусор упаковывает. Видите, Дэвид себе набрал игрушек. Так. Are you ready for vacation? I'm excited. Yeah. Всем привет, мои дорогие мальчики и девочки. Ну, наконец-то мы вышли из дома. Конечно, торопимся, торопимся. Джон говорит, нам главное в пробку не попасть. В общем, едем мы на Роуд-Айленд, а ехать нам где-то порядка 3 часа. Сначала мы возьмем паром, до парома нам еще где-то час, наверное, ехать. На пароме 1,5 часа. 1.5 hours, right? By ferry. Так что, ребят, поехали с нами. Приезжаем в такой залив красивый. Сегодня здесь особо народа нет, потому что пасмурно. Кстати, забыла вам сказать, ребят, у нас вот здесь билеты, то есть нам, чтобы переплыть на другую сторону, на пароме, Джон заплатил $178. Вот так, недешево. It's one car, John, right? $178. Yeah. It doesn't matter how many people. Or it does. No, one person goes with the car, and then I had to pay for two people. И оказывается, нет, я была не права. Один человек идет как бы с машиной, а за двоих он уже доплачивает. В общем, вот такие дела. Мы приехали на паром. Сейчас они сканируют наши документы. What's the port, John, say again? This port. It's Orient Point. Orient Point? Yep. So we gotta keep this. Maybe put it in the boat. Yeah, I can put it back. Говорит, сохрани билеты. Yeah, we're going on a boat. It's the first time, right, David, for you? Yeah, David's first time. First time. What's that? Чудо, я так устала, ребят, спать хочу. Line's starting to go. Мне кажется, это из-за погоды. Погода такая. Так, наша линия начинает двигаться. Джон говорит, вроде говорят о масках, но не знаю. Сейчас. I'm gonna avoid wearing it at all costs. It's like. Возьму на всякий случай. У меня есть вот такая вот розовенькая масочка. И такая. Еще для Дэвида у меня тоже есть. Возьму с собой кофточку вот такую. Она, ну как, не вязаная, но очень тоненькая вязка. Мне очень нравится. Two and three. Thank you. Thanks, buddy. Just follow them all the way to the left. Left, got it.
Все, поехали мы. Наша очередь настала. We go like under, right? Like this. Мы поедем вот так вот, только с этой стороны. Вот мальчики тут контролируют процесс, видите? Do you like it? О, Дэвиду очень нравится. Так, близко. Вот тогда. Ой, у меня уже клаустрофобия начинается. Смотрите, как мы едем, ребят. Ну, вообще капец. И вот здесь уже все машины тоже стоят. А там эти наверху стоят. Так, дяденька руководит процессом. Все. Давайте посмотрим, что здесь. Что здесь вообще такое? Дайте. Я такого никогда не видела. Представляете? Туда упасть, вот в эту пучину. Ужас! Не знаю, как на круизах люди плавают. Мне страшно. Ладно, пойду к Джону. Мои мальчики. Wanna see water? No? No, I'm gonna go. Окей. Сейчас Джон нам скажет, куда нам дальше идти. Вот машина наверху стоят, наша машина здесь. Так, что-то сказали в другое место идти, не знаю почему. Что ли много народа там? Дэвид, hold daddy's hand. Так, сюда идем. Ух ты, круто! Так. Did you cold? I have sweater for you. Ой, меня уже качает немножко. Слушайте, как интересно все. Собачки тут лежат. Зашли в кафешку здесь. Что тут есть? Маффинс. Не, кофе. Претцелс. Дэвид такой у нас довольный, первый раз. Мы вот сели за такой столик. Джон у меня там платит, как обычно, как настоящий мужчина. Платит за все, дади. Взял кофе, мы взяли сэндвичи. Окей. Alright. So that's my or it's the same? The same. Окей. Дэвид взял своего пингвинчика. Смотрите, как мило. Where is the other one? I can't find them. Oh, it's maybe in the car. Yeah, I put it in the car. У Дэвида два пингвинчика. Он найти не может. Короче, все затряслось. Поехали. Прямо как в американском фильме, ребят. Мама, я вонду свой дом. Кстати, кофе неплохой. Вау. Looks nice. Right, David? Прикольный сэндвич. Смотрите. Вот такие сэндвичи нам принесли. У меня вот такой, как с котлеткой. А Джон не захотел. Дэвид и Джона просто съедил. Дэвид, if you want, you can put chicken inside. If you want. Джон, you can put the chicken inside. Ну что, попробуем? Вот это мой завтрак. Яйцо, котлетка и булочка. А я еще, ребят, взяла для Дэвида, смотрите, курочка у меня. Без специй, без ничего. Ну, чтобы он покушал мяско. Ну вот, ребят, видите, так все сидят, и вот там вот уже видно воду. Мы все съели. Have you ever been on a... No, never. It's the first time. Really? Yeah, it's the first time for me and David. Дэвиду все нравится. So far, so good vacation. Yeah. Там кафешка такая. Заказывайте, что хотите. Неплохо, неплохо. Неплохо сидим. Переодела кофточку потеплее, потому что там все-таки холодно на улице.
пошли. Так, ну что? Ой, у меня голова кружится. Джон, о май гад. Ребята, у меня голова кружится, представляете? Кошмар какой. Поднимаемся наверх. Джон, I'm so dizzy. Дэвид, Дэвид, stay with daddy. Такой ветер. Можно там сесть за столики. Можно здесь сесть. Короче, где хотите, да. It's a good place, because для наших длинных ног. Длинных. If you want, I can sit here, you can put here. Yeah, sit all the way over there. No, we just make up. Он говорит, иди сядь туда вообще. О, oh, I found a restroom, Джон. See? Пьяная рыбка. Nice. You got your lips done. Джон себе накачал губы. Outside again? Yeah. Too windy, David. Mommy. Бэйби. Маленький малышек пытается с Дэвидом поиграть. Ну вот, сидим с Джоном. Он там что-то в своем телефоне. Он засмеялся, говорит, иди сядь туда, в бок. Потому что я сюда поставить хотела наши сумки, а он их убрал туда, в ту сторону. И поэтому вот сидим как бы в разных местах. Все через одно кресло. Но с другой стороны хорошо, потому что никто здесь больше не сядет. И знаете так. Потому что мест полно, а народ такой. Им дай возможность. Они сейчас начнут тут рядом усаживаться. Так что вот. Как в самолете, да, ребят? Дэвид, смотрите, как выпрашивает Джона снеки. У нас целая машина снеков, но мы не можем спуститься. А здесь же есть бар, и Дэвид выпрашивает у дяди. Yeah. Короче, идем в бар. А снек на бар, Джон, right? Снек? А снек? It's here? Yeah, it's not in the bar. Oh, it's I thought they have snacks. Дэвид, короче, опять в эту кафешку хочет. Crap.
potato chips. Peanuts, cookies. No, fish did, yeah. They have chips. Right? You want regular potato chips? No. Goldfish. Ah, goldfish. Goldfish. Okay. Do you want anything? No. Я ничего не хочу. I don't know, maybe one more coffee. If you want Do you? No, not for me, no. Yeah, one more coffee for me. Джон и Дэвид ушли на улицу. Дэвид очень его просил, говорит, папа, пошли. А я что-то, ребят, не хочу. Сижу тут в тепле, хорошо. Но я потом, когда уже подъедем ближе, я выйду на улицу. А так что-то я... Не знаю, как-то мне не очень. Я просто совсем недавно думала о круизе. Ну, как бы люди едут из Флориды на Багамы, там, ну, знаете. Вот, думаю, поехать бы, взять круиз. А теперь что-то, ребята, не хочу. Даже вот такая маленькая поездка, да, полтора часа. А на круизе сколько там, день надо плыть? Не-не, я думаю, я не осилю. Потому что я уже чувствую, что мне нехорошо. Так что со мной, конечно, в космос не слетать. Джон вытащил меня все-таки на улицу. Смотрите, говорит, хорошие места нашел. С видом на залив. Yeah, no jumping, David. Yes, I see, David. Смотрите, какой мост впереди. Прикольный. Мы уже почти приблизились. Кстати, здесь не так ветрено. Ветер есть, но не так в самом начале. Не могу смотреть на воду. Прям голова кружится. Yeah. А вот этот вот без машин. Different? Смотрите, люди там сидят. Wow, lots of people. Много людей. Да, прикольненько. Kiss daddy. Kiss daddy, say love you, daddy. Так вот люди сидят, смотрите, кто ходит, кто сидит, кто спит, короче, кто чем занимается. You too loud, too loud. Большой, кстати, смотрите. Все, Дэвид упросил папу подняться наверх. А я что-то не хочу идти наверх, у меня там голова кружится. Весело посидеть, пока Джон и Дэвид там вокруг гуляют. Я, конечно, ребят, не могу, у меня живот заболел. И я забыла взять с собой уголь. Но у меня есть там другие таблетки американские. Я думаю, что потом, когда приедем в отель, я их выпью. Даже теперь не знаю, буду ли я шампанское пить сегодня. О, мои красавцы идут. Нет. А Джон говорит, а у него изжога началась. В общем, мы какие-то нам не путешественники мы. I'm saying, John, we can't travel. John, we can't travel. We have stomach pain, heart. Короче, с нами не соскучишься. Народ зашевелился. Я чувствую, что мы подплываем. Ну вот, подъезжаем. Смотрите, я тут в очереди стою, ребята. Народ уже выходит потихонечку к машинам, к своим. Ну, кому интересно, покажу, вот как выглядит туалет на пароме. Чистенько все, аккуратненько. Зеркальце, пожалуйста, вам. Себя покажу. Кстати, как хорошо, что я эту кофточку взяла, потому что все-таки на пароме холодно. Все, выходим. Надо идти уже к машинам. Окей, let's go. Все выходят. Nice trip, right, John? Yes, yeah, see you there, That's it, John, go home? Yes, Go back? go take Turn a nap? Turn around, take the other Все, закончилось путешествие. Берем следующий паром и едем обратно. Смотрите, какой мост. Такие вам красоты покажу. Жаль, конечно, пасмурно, ребят. Но ничего, Джон говорит, всю неделю будет хорошая погода. И назад мы поедем, будет солнечно. Так что... А, это Коннектикут. Окей. Джон сказал, это Коннектикут. Вот машины уже стоят, люди туда садятся. Класс, да? Найс.
Слушайте, у меня голова прямо кружится. Вот он, верхний этаж, где мы были. А это вот лодка только... Ой, не лодка, а паром только для людей, без машин. Короче, я тут со своим кофе. Очки свои потеряла. Надеюсь, что они... Wow, you need to move a little bit, right, John? I guess. Well, you need anything from something. This bag? No, but I always put it there, John. It's his clothes, everything, and actually water there. Ну что, приехали. Коннектикут это, ребят. Так, сейчас мне надо... Как-то машина отъехала, представляете, дверь не могу открыть. Как это так случилось? Смотрите, она что ли отъехала? Странно. А мне кофе надо поставить. Пойду с этой стороны поставлю, с Джоновой. Все, ребят, выезжаем. Выезжаем. Смотрите, как круто. Вот сначала они эту линию выпускают, а мы стоим. Так. Сейчас наша линия поедет. Поехали. Найс, кул. Круто, ребят. Смотрите, как круто, да? И все. Continue straight onto Ferry Street.